Всем привет, меня зовут Юля, и сейчас мы находимся на тренировочной базе Cybernated Forge с нашим составом Gambit CSGO Youngsters. Это Саша Щербаков, менеджер состава Gambit CSGO, Gambit CSGO Youngsters и Fortnite. Сейчас он нам покажет, где живут Youngsters. Иди. Пойдемте, начнем. Снизу, наверное. Так как сейчас у нас фортнайтеры на нашем родном буткемпе, который вчера уже один из них квалифицировался, Летвик, на чемпионат мира, мы сейчас на буткемпе Cybernate Forge. Вот. Ну и начнем, наверное, пацанов оставим напоследок, начнем сразу снизу, идемте сюда. Это гостиная. Собственно, она предназначена только для того, чтобы ребята могли после долгих и упорных тренировок и травлдеев почилить и отдохнуть, посмотреть вчерашний вышедший эпизод новой «Игры престолов». Здесь есть PlayStation, можно послушать виниловые пластинки, можно поиграть на музыкальных инструментах и просто посидеть, почилить. То есть это место, в котором они, надо признаться, не так часто бывают, но тем не менее оно предусмотрено, и да, оно должно быть здесь. Так что здесь они могут чуть-чуть отдохнуть. Пойдем дальше. А много вообще ребят слушают реально винил? Слушай, я думаю, что наши вообще, Youngsters, я имею в виду, да. слабо представляют, как это работает, в принципе, и как пластинка может издавать столько звуков, но, тем не менее, я думаю, что коллекция здесь такая внушительная, и, в принципе, можно было их, так сказать, колдам-то приблизить чуть-чуть. Это очень классно, на самом деле. Пойдемте дальше. Собственно, все стандартный набор. Свой холодильник, кофемашина, водичка, микроволновка, еда по мелочи, то есть здесь мы тоже так, не то чтобы работаем, но пытаемся чуть отвлечься от игрового процесса, поглотить пищу, и чтобы она пошла на одну пользу. Есть вопрос про стены. Восточное королевство. Слушай, честно, я вот сам очень долго сидел и думал, ну, по-моему, это WoW, потому что единственная онлайн-игра, да вообще не онлайн-игра, а такая более-менее нормальная вселенная, в которой я не играл, это World of Warcraft. И мне кажется, что это WoW, скорее всего. Так что, надеюсь, фанаты меня не почикают. Одна из главных нововведений, да не нововведений, а в принципе тренировочных таких концепций, которые мы внедряем, это приближение спорта к киберспорту. И вот следующая комната как раз то место, которое ребята на протяжении этого буткемпа посещают тоже каждый день. Пойдемте покажу. Собственно, это хоть и небольшой, но тренажерный зал. Здесь есть два хороших кардиотренажера, это эллипс и беговая дорожка. Есть такой базовый набор для того, чтобы выполнять какие-то упражнения, один тренажер. В общем, очень приятно видеть то, что ребята с самоотдачей подходят к этому процессу и понимают важность здоровья, прежде всего для себя и для своей карьеры. Поэтому все без исключения ходят в зал, занимаются каждый день. И это очень большая гордость лично для меня, потому что мне кажется, что они с малых, грубо говоря, лет уже внимают ту науку, которая позволит их карьере быть очень долгой, и, собственно, для своего здоровья это тоже очень все полезно. Здесь мизинец. Мизинец здесь! Держи, давай! Вот, теперь смотри, мы с тобой вместе снимаем, ты кладешь гриф в аккурат в солнечное сплетение. Так. Контент. Вот, отжимаешь, медленно опускаешь и медленно поднимаешь. Главное ровно это все делать, чтобы у тебя не было шатаний в разные стороны. Окей. Давай, 3-4. Опа, 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 ровно, ровно, держи. Я держу. Ты не на себя сейчас уронишь его, а на голову. Ты видишь, как он уходит? Да, держи, да. Ровно. И вот теперь это клади на солнечное сплетение себе. На мне солнечное сплетение. Мне это очень не нравится. Да не давай, 20 раз. Три подхода. О боже, а почему? Тоже легкий. Мне хочется ее куда-то кинуть, потому что у тебя не привыкли мышцы. Давай еще, сделай. Молодец. Что, тебе веса добавить? Нет. Мне уже нехорошо. И, короче, так надо делать много и часто. Ну, в лучших традициях, конечно, спортзала, чтобы прогнать побыстрее молочную кислоту. У ребят есть такой мини-спа. Можешь пойти посмотреть. Снимем. На тебя? Давай выльем на тебя, Жень. Нет, на меня мы выливать ничего не будем. О! Ребенок дорвался. Это очень круто. Очень круто! Пойдемте, кстати, покажу еще кое-что. Это называется Саша уже скучашки 90 левел. Как только я первый раз сюда зашел, мой глаз сразу упал на одного парня. Неспроста. Очень скучаю по КСу.
Юля очень сильно обиделась. Она знает, что у нас есть в секретной комнате и не хочет это показывать, потому что на... На боткемпе несовершеннолетние люди. Тут должна быть такая стойка, типа 18+. Да. Но у нас есть секретная комната. Честно? Честно. Там не был никто еще. Я лично запрещал. Но она есть, поэтому для зрителей, как всегда, показывают. Это кальянная и бар. Собственно, все, кто хочет почилить, могут здесь чилить, но мы чилим только с PlayStation и с Игрой Престолов. Никаких. No alcohol and adult themes. Только КС, только хардкор. Поэтому пойдемте и уже наконец дойдем до КС. Что ж, это был первый этаж, и сейчас мы идем на второй, где непосредственно находятся игроки. Самое интересное. Парни ходят в спортзал каждый день, и помимо спортзала, они каждый день еще ходят к этому месту. Благо, есть чем поживиться. Поэтому можно сказать, да. Не отлипают. Я тоже не отлипала. Викс. Тут по мелочи. Напитки, шоколадки, здесь печеньки, там чуть-чуть чипсиков, водичка, чай. Ну, как бы, ребятам хватает. Мы на самом деле особо много не едим, но в любом случае, когда долго сидишь за компьютером, там сахарок чуть-чуть нужно, что моя любимая часть. Мозги работали, поэтому... Моя любимая часть. Да, но рядом же пока не будем тревожить еще ребят. Это конференц-комната. Здесь мы в основном обсуждаем тактики, готовимся к противникам, разрабатываем нашу стратегию, показываем некоторые демки, рассматриваем. В общем, здесь в основном рулит Финн. Здесь дискасс-рум. Напоследок покажем магию. Обычно в сериале по домам магия происходила в спальне, а наша магия происходит за компанией. Поэтому тихо и вперед. Здесь, конечно, проходит самое большое количество времени, и благо ребята отдаются процессу полностью. Вот, помещение очень удобно построено, основная игровая комната здесь, дискасс-рум, как вы видели, рядом. И из этой же комнаты уходят три спальни. Пойдемте покажем, как они находятся. В каждой спальне есть свой санузел. Помещение очень светлое, приятное. Здесь ребята отдыхают, собственно, у всех везде порядок. Вон на кроватях даже лежит новая, еще пахнущая производством форма, в которой они выйдут уже послезавтра в Копенгагене. Я надеюсь, что успешно там выступят. Пойдемте еще зацепим, как они, может быть, что-нибудь обсудим. Как раз сейчас прошел Праг, есть о чем поговорить, поэтому я думаю, сейчас как раз будет время в дискассе уже не просто в пустой комнате, а с ребятами. Я думаю, это тоже стоит того, чтобы на это взглянуть. И мы находимся на тренировочной базе Cybernated Forge. Дошли из Fortnite танцы. Как они там делают? Я не умею. Еще вот эту вот фигню, которую я тоже не умею. Давай начинай. Что? Давай пойдем. Давай пойдем. Что Давай. Ты хочешь? Будь моим. Что ты хочешь? Будь моим фитнес-тренером. Если бы я был твоим фитнес-тренером, ты бы уже лежала, наверное. А не ходила в кофте, как видимо. Давай что-нибудь. Да, ты хочешь потянуть? Ты уверена? Да, ничего не додорвешься? О! Главный игрок. Ты че? Ладно, все, не буду. Это вырезать надо точно. Меня так любят животные. Я тоже похудел. Вас покусал пес? Да, у меня прям мизинец. Целился. Ах, боль.